Що ж, вітаємо вас у нашій студії. Сьогодні у нас Максим Бревда та Шаміль Малачів. Вітаємо, добрий ранок. Ну, легко взагалі ось так рано прокидатись. Ну, не о 7, звісно, але трішки пізніше. Кожен день. Кожен день. Смотри, во скільки ложишся спати. Кожен з вас займається своїм бізнесом, у вас у кожного є своя справа. Але сьогодні ми будемо говорити з вами, як з організаторами такої ось... Як з лідерами, так? Так, з лідерами організації бізнесменів, підприємців Миколаєва, так, «Мрій, дій». Давайте спочатку розказуємо, що це за платформа. І для чого вона була? Починати? З мрії чи з дії? Лучше все вместе. На самом деле, это платформа, которая уже несколько лет была эта идея, и только сейчас она пришла уже, скажем так, к реализации. Это платформа, где мы хотим объединить активных наших николаевских предпринимателей, которые смогут в этой платформе работать сразу в нескольких направлениях. Основное направление – это коммуникация между собой, то есть обмен опытом, общение. Мы будем приглашать на базу разных спикеров на платформу, чтобы людей и наших бизнесменов, предпринимателей, скажем, больше развивать. И второе, одно из самых важных направлений – это общая коммуникация в плане социальных программ. Мы хотим сделать общий ресурс вне бюджета, вот, и принимать проекты для развития, для проекты городского характера, которые будут направлены на разные социальные проекты, которые будут развивать город по-разному, в разных направлениях. Там и работа с молодежью, и, в общем, вот такая вот коллаборация предпринимателей активная, да, которые работают, живут здесь и хотят что-то здесь на нашем уровне улучшить, скажем так, и сдвинуть с места многие процессы, потому что каждый из нас что-то делает, но объединившись в один такой сильный рычаг, это было бы намного, результативнее намного, чем это делает каждый сам отдельно. В першу чергу це розвиток міста, але ви зазначили, що це будуть робити саме миколаївці успішні, правильно? Да, то есть... Чи не тільки миколаївці? Ну, Шаміль, продовжити, думаю. Здесь в основном будет идти источник энергии от миколаївців, от социально активных людей, от предпринимателей, которые на данный момент делают все в одиночку, но как бы одна голова хорошо, а две лучше. Когда они все собираются, это намного другой уже масштаб, другая сила. Мы также будем брать поддержку из других городов, из похожих ассоциаций. Де є вже схожі ініціативи, до речі? З іншими областями. В яких містах? Вони вже і в Одесі, Одеса, да, Одеса є, ми з ребятами плотно спілкуємося. Зараз в Херсоні є ребята. Ми зараз там теж будемо налаживати комунікацію, там вже вийшли, знайшли контакти, ребята з нами зараз самі знайшли. В Києві є дуже багато сильних іменно бізнес-клубів, в які ми теж держимо зв'язку, на які ми приглашали Остапчука Андрія сюди в гості, Николаєв, там, в принципі, є ідея после открытия где-то в феврале делегацию от Николаева, от Мариди отправить на заседание бизнес-клуба в Киев. Там у них очень большая такая тусовка бизнесменов, там порядка больше 400 участников от среднего до очень большого крупного бизнеса, именно такого же киевского, столичного формата. Але залучені будуть тільки українці чи і закордонні? Ми зараз хотим починати работать, то есть, внутрі страны, потом, когда мы наберем определенный ресурс, и наши, у нас будут юристы, которые будут нас вести, у нас как бы есть идея работать с грантами, поработать с грантами. Есть очень много все-таки наших иммигрантов, ребят, которые живут в Канаде, в США, в Европе. Я думаю, мы обязательно найдем точки. Проект на перспективе має расширяться. Конечно. Так, да. На уровне там поддержки программы BRD или Western NS Fund нужно целиться как раз к наступлению таких программ, которые очень неплохо продуманы на развитие города. И это в будущем поможет нам сделать инвестиционно привлекательную почву в городе Николаеве, привлечь сюда бизнесы, производство, создавать новые рабочие места, делать классный климат для входящих предпринимателей. Я думаю, как раз то, что треба, чтобы наши люди не выезжали шукати счастье де-інде, а залишалися в Миколаєві, створювали щось таке цінне, так? Є одна річ, яку мають розуміти люди, які хоча б трошки знайомі з економікою, те, що малий і середній бізнес є взагалі основою успішного розвитку держави. А якщо ми говоримо про окремо взяти місто як Миколаїв, так, то це також діє ці правила і тут. Чи це справді так, ви як люди з досвідом? Чи підтверджуєте ви цю думку, чи не згодні з Денисом?
Я думаю, что 100% согласны, потому что сейчас в связи с тем, что Николаев в свое время позиционировался как промышленный город, то многие те промышленные гвозди и производства, которые, скажем, были ну, его основой, да, сейчас находятся, ну, скажем так, не, в лучшем состоянии, не лучшее время сейчас, поэтому я думаю, что в большинстве сейчас в Украине все-таки малый и средний бизнес очень немаловажную занимает нишу и тянет основную как бы, массу проблем на себе, потому что крупный он, да, остался, но, к сожалению, производственная часть сейчас страдает. И восстановить огромные заводы процесс как бы реальный, но не быстрый. Вот. Поэтому, конечно же, если давать кислород и правильно выстраивать грани работы между властью и между малым и средним бизнесом, это элементарные коммуникации в вопросах там, открытия каких-то предприятий малых, там, это вопрос там, решения быстроземельных вопросов, которые сейчас висят, и так далее, и так далее. Если этот вопрос будет со стороны власти, коммуникация налажена, и мы хотим как раз вот в этом плане выступить этой платформой, как бы мостиком между предпринимателями и властью, которые будут держать коммуникацию. Если мы будем затягивать в город и в Николаев каких-то инвесторов, мы хотим прямые выходы к власти, чтобы ребятам, ну, скажем так, напрямую не выкручивали руки, чтобы давали, чтобы город давал в этой ситуации, наоборот, все привилегии для того, чтобы инвестору было интересно сюда зайти. И когда инвестор сюда попадает, он часто не знает, куда бежать, кому, и часто попадает не на тех и людей. И не разумеет, что он тут робит, да, и просто текает. Часто попадает не на тех людей, и потом начинаются какие-то моменты, что инвестор просто не организовывает проект или говорит, что я в Николаев не хочу заходить и так далее. Мы хотим как раз выступить этим механизмом, который будет, скажем, наблюдательно смотреть за тем процессом, чтобы все было нормально. Я надеюсь, что в ближайшее там, будущем есть варианты и своих медиаресурсов, чтобы не было ни у кого желания не совсем правильно работать и создавать неправильный инвестиционный климат в городе Николаеве, потому что политика – это все хорошо, но есть моменты, которые сейчас надо курировать. И мы хотим как раз мостиком быть вне политики. То есть тот, который будет бизнес, мы работаем со всеми. Но все ж таки влада має підтримувати такі ініціативи. Однозначно ми будемо, да, однозначно ми, у нас буде робоче засідання нашого Костяка з представителями влади, тому що ми вынуждены в будь-якому випадку пересікатися, і ми всі нацелені. Тобто вони зі своєї сторони працюють, ми зі своєї. Ми скажемо, які у нас плани і проєкти, що просто в цих проєктах нам ну, было сопутствие, что мы, когда хотим что-то сделать в городе, нам надо, допустим, или решить какие-то вопросы бумажного характера, или какие-то разрешительные документы, чтобы у нас не занимало это лишней суеты и времени, когда мы хотим это за свой ресурс еще сделать, подарить, скажем, городу сделать, чтобы с нас немножко эта коммуникация снимала. Ну, то есть все, мы уже со всеми, в принципе, проговорили, делалась специальная конференция огромная предпринимателей, то есть все, все в курсе, это будет как и власти на руку, потому что мы делаем часть, кусочек, как бы, їх роботи. Ну, економіка то, трішечки да. має підвищитися. А на вашій конференції наш мер Олександр Федорович Сінкевич сказав, що Миколаїв це місто можливостей, так? В тому плані, що тут ще бізнес, ну, скажімо так, якщо говорити вже конкретно, не дуже розвинений, так? У нас є можливість відкрити щось нове, перейняти досвід з інших міст, та сама Одеса, так, сусіднє місто, і втілити це все в Миколаєві. Чи це дійсно так? Миколаїв – це місто можливостей? Это однозначный город возможностей. Здесь стоит вопрос также образования, бизнес-образования, финансового образования. То, что присутствует, можно сказать, в некоторых других городах, и то, что у нас на очень слабом уровне. Что у нас есть? У нас есть люди с огромным энтузиазмом, которые готовы брать инновации, двигать их, превращать их в мелкий, потом средний, даже крупный бизнес в будущем, которые будут двигать экономику. Но нам нужно создать платформу, где люди смогут обучать друг друга, делиться опытом, помогать, проходить через каждый порог, можно сказать, пути предпринимателя, говорить, что нужно делать, как нужно строить компанию. Ну как, так, всюду есть свои склады. И мне кажется, если как раз предоставить вот эту образовательную часть начинающим предпринимателям, то в нашем городе будет развиваться предприниматель не так же, ну, даже может и лучше, чем в Одессе, чем в Киеве, чем в Херсоне. Тому що у нас намного більше. Але для цього ще необхідний час, насправді. Звісно, я знаю, що сьогодні у вас буде захід. Розкажіть, будь ласка, про нього детальніше. Сьогодні у нас такий закритий з'їзд акціонерів. Вот. На самом деле, сьогодні, да, буде сьогодні перша презентація площадки
уже большому количеству бизнесменов, это порядка будет 80 участников. Это все проходит в закрытом формате, подавали заявки, каждый, все по спискам, каждый человек подавал свою информацию. Вот, пройдет оно... Тобто все перевірялось? Да, да, то есть там нет посторонних людей, то есть мы даже не могли, скажем, вместить все то количество людей, потому что у нас прошло порядка 140 или 150 заявленных людей, а у нас вмещаемость получилась 80. И мы, получается, сейчас... Ну, майже в половину меньше. Да, мы сейчас как бы, ну, всех, кого смогли, эти первые 80 человек мы пригласили, то есть железно подтвердили, что кто будет, кто не будет, потому что есть ребята, которые хотят, но их там нет в стране, или они там уезжают, или там не получается. То есть мы это все отфильтровали и сделали так, что максимально забить это количество людей. Они сегодня у нас под завязку там, по-моему, даже не хватает немножко... Мета цієї зустрічі. Это собрание, на котором как бы это еще не рабочая встреча, это как раз то собрание, где детально полностью костяк этой площадки, там порядка 10 человек, нас 12, которые более активно там, будут направлять эту площадку. Это разного уровня бизнесмены в основном. Вот. Цель еще раз объяснить всем, для чего мы хотим всех собрать, как это будет проходить, как будет весь процесс идти, в каких направлениях мы будем детально работать, чтобы люди четко еще раз, сейчас они сказали, мы хотим, мы все за, нам интересно, а сейчас они должны понять в деталях, как правильно все это будет организовано, в каком процессе, какие будут собрания, как часто мы будем собираться, для чего, то есть все это дело сегодня разжуется, разложится по полочкам, такой, скажем, будет праздничный вечер презентации. Вот. И уже ну, надаремно же сегодня день подарунков. Так? Да, с конца января, ну, будет пресса, тоже пригласили, чтобы это все было понятно всем остальным, что мы тут за заговор устроили. Вот, да. И уже... на какая-то закрытая секция. Да, да. И в конце уже января будет как бы уже начинаться первые рабочие встречи в рабочем формате. Это будут там подачи проектов, это будет выбор проектов, это будут уже приглашенные ребята, которые будут выступать, это будет уже нетворкинги. То есть в таком формате, я думаю, что раз в две недели минимум. То есть мы будем встречаться, плюс там еще есть варианты организовать там раз в неделю бизнес-завтраки, где будут там утром бизнесмены съезжаться, какой-то большой ресторан там между собой общаться. Бизнесмены самые миколаївські. Предприниматели, да. Мы будем приглашать постоянно на эту площадку. Мы сейчас ведем уже переговоры. Ребята из Одессы, из Харькова, из Киева. Вот. Но участники в основном это люди, которые сейчас живут и работают в Николаеве. То есть они не могут быть откуда угодно, но они сейчас должны быть привязаны к Николаеву. Если это большой ивент, уже огромный мы делаем, как мы делали конференции предпринимателей, там уже то есть попадают, там, то есть, грубо говоря, все, кто хочет, покупая билеты, это уже отдельная совершенно там тематика, это просто большой форум. Просто наша площадка, кто будет участниками и членами этой площадки, они не будут покупать входные билеты ни на каких ивентах, они будут уже заходить туда как участники клуба. Вот. Все остальные, кто вне этой площадки, на больших ивентах, они будут просто покупать билеты и заходить. Потому что спикеры, которых мы привозим, ну, тоже не так просто их привезти, и не все бесплатно приезжают. Если это толковые ребята, у них время, и время стоит денег. Угу. Усім відома істина, так? А, ну що ж, ми дякуємо, що завітали до нас. У вас дійсно чудова ініціатива, як я вже казав, і ви це підтвердили, що малий і середній бізнес є основою економіки і розвитку не тільки держави, а окремо взятих міст. Тому розвиток бізнесу дійсно важливий для Миколаєва в плані розвитку інфраструктури. І навіть ті миколаївці, які жодним чином не пов'язані з бізнесом, побачать покращення, ну принаймні візуально, що якщо бізнес розвивається, так. Якщо, як кажуть, якщо хочеш щось змінити, почни з себе, правильно? То ось наші лідери якраз і розпочали з себе. Дякуємо, що завітали на наш ранковий ефір.